Дороги на территории поселка совхоза Ленина принадлежат ЗАО «Совхоз имени Ленина», и их очистка зимой – прямая обязанность организации. Из письма, который в середине ноября директор акционерного общества Павел Грудинин направил на имя главы Ленинского округа Алексея Спасского, следует, что ЗАО готово обсудить вопрос передачи дорог в муниципальное управление и их уборку в зимний период. По мнению руководителя территориального отдела Картинске Андрея Извекова, для проведения подобных переговоров время выбрано, мягко говоря, не слишком удачное. Первое, что хотелось бы заметить, да, что 15 ноября – это совсем не тот срок, когда стоит начинать вести диалог о передаче в муниципальную собственность дорог. Для того, чтобы муниципалитет взял на баланс, либо начал убираться, да, это формируется бюджет. Первое. Да. До того, как сформировать бюджет, необходимо произвести комплексное обследование на техническое состояние, да, привести в нормативные требования, посмотреть все паспорта на объекты, да, на дорожного хозяйства. Необходимо вот как раз подойти к формированию бюджета на уборку, на изменение штатной численности, да, в организации, которая будет убирать. Ну, это у нас Дорсервис. Необходимо выделить средства на закупку техники, которая это будет убирать. И, соответственно, в зимний период, там, 15 ноября, мы там завтра-послезавтра ожидаем снегопады, да, никто не возьмется просто прийти и сказать: да, приветствуем, мы готовы у вас все это забрать. Это длительный процесс, который длится, ну, по моему мнению, не меньше там 3-4 месяцев, до полугода. Получить комментарий Павла Грудинина не представляется возможным в последнее время. Он предпочитает не общаться с журналистами. А в администрации Ленинского городского округа уже разработали ряд мер, чтобы не допустить в поселке транспортного коллапса во время снегопадов. Мы уже проговорили это в рамках совещания в администрации с главой. Мы готовим аварийную бригаду на всякий случай. Смотрим, сколько единиц техники мы сюда сможем выделить. Как бы мы это обсудили. Резервные варианты всегда есть. Но на сегодняшний день как бы собственник дорог должен их содержать в надлежащем состоянии, поэтому выпадет первый снег, посмотрим. Телекомпания «Видное ТВ» будет продолжать следить за развитием ситуации вокруг уборки дорог в поселке совхоза имени Ленина. Максим Козлов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».